Крестьянско-фермерское хозяйство Ольги Значко уже более 11 лет занимается не только бахчевыми, но и выращивает целую линейку овощей. Взору сразу открывается плантация бахчевых, где на 32 гектарах растут арбузы, дыни и тыква. Я, как глава крестьянско-фермерского хозяйства, выращиваю овоща. Это томаты Рио Гранд, один сорт, придерживаюсь только одного сорта. Огурцы, перец, баклажаны, а также бахчевые, несколько сортов, и тыквенные тоже несколько сортов. Ну, как семейный подряд у нас, работаем семейно. На выборку овощей, конечно, привлекаем от девочек, они у нас работают. Арбузы, тыкву своими силами, семьей своей. Реализация у нас с точки и оптовая. Работы у главы КФХ и ее семьи хватает на целый год. С апреля по июнь ухаживают за всходами, с июля убирают и реализовывают урожай, а осенью – подготовка земли к новому сезону. У фермера на земле стоит своя торговая точка, через которую Ольга Николаевна реализовывает свой натуральный продукт. Также арбузы закупают оптовики. В перспективе расширять свое производство. Глава КФХ уверена, что натуральная местная продукция, выращенная без применения химикатов, будет пользоваться спросом. В этом году в Темрюкском районе арбузами, дынями и тыквой было засеяно 980 гектаров земли. Сейчас валовый сбор бахчевых культур составляет около 17 тысяч тонн с гектара. Средняя урожайность более 19 тысяч тонн с гектара. Как рассказал начальник управления сельского хозяйства Александр Лихоман, спрос на кубанские дыни и арбузы ежегодно растет. Поэтому сельхозпроизводители стараются нарастить объемы производства. Бахчевые культуры в Темрюкском районе выращивают 29 хозяйств. Всего в этом году планируется собрать 19 тысяч тонн арбузов.